Привет всем, с вами Данил Базнамин, и в эфире рубрика «Научи хипстера слайда». Сегодня мы научим вот того парня делать то сайд-чек. Итак, парень, для начала тебе нужна защита. И доска. Итак, начнем с теории. Для этого вам понадобятся яйца, скорость и стиль. Также той сайд-слайд обратно пропорционален массе. Чем вы легче, тем вам легче. Уяснил? Да, шеф! Главное в той сайд-чек – это правильная расстановка ног. Передняя нога должна стоять чуть под углом, на таком же расстоянии от траков, как и задняя. При этом задняя параллельно доске, чуть упершись в край. И запомни, чем ближе твои ноги, тем стабильнее твой слайд. Зачтено. Итак, при той сайд-чеке важно положение тела. Все, что выше пояса, должно оставаться в том же положении. При этом ноги поворачиваются. Если вы развернули тело вниз по склону, то вы либо сделаете реверт, либо упадете. Вам оно надо? Запомните, при той сайд-чеке важны хода. Самое важное, без чего это не был бы той сайд-чек. Вам нужно вернуть доску в исходное положение в вашу стойку. Для этого подгибаете переднюю ногу, заднюю ставите на полную стопу. При этом доска сама возвращает вас в исходное положение. Важно запомнить, что при этом должна быть нормальная скорость, иначе вы просто остановитесь, либо упадете. Итак, еще немного теории. Прежде чем войти в слайд, сделайте небольшой карф. Это облегчит вхождение. Из пункта А. Пункт Б. Итак, птенец, которого я нашел на улице, сегодня отправляется в свой первый полет.